Надежда Бабкина поведала, что делает со своим лицом. Певица не видит ничего предосудительного в том, чтобы преображаться с помощью пластики. 70-летняя исполнительница выглядит молодо и свежо не только благодаря здоровому и активному образу жизни, но и помощи специалистов. Звезда уверяет, что хочет как можно дольше оставаться красивой, прежде всего ради поклонников. Надежда Бабкина считает, что если мягкие методы не помогают, то надо обратиться к медикам. «Надо делать операцию», — заявила певица. Она убеждена, что крайне важно выбирать не клинику, а конкретного доктора с солидным опытом. Знаменитость советует сначала все узнать о работе специалиста, который будет делать операцию. При этом певица не рассказывает, сколько пластических операций делала сама. В последний раз она пережила хирургическое вмешательство 2 года назад. Тогда Надежда Бабкина делала круговую подтяжку лица. Поговаривают, что певица делала блефаропластику, липосакция ее, меняла форму носа и изменяла улыбку.